я темную сторону увидел, мне лайк такое поставил. Нравится, молодцы. Эй, да. Ну давай, ты мне скажи, ты подписался уже на мой... На что надо подписаться-то, ты мне скажи... На что-нибудь подпишись в комментариях на Инстаграм. Давай на Инстаграм, давай. Давай. Ты скажешь, у меня нет Инстаграма, и он мне нахер не нужен. Ну, дядь Леша, ну надо поддержать. Ты видишь, рекламу не вставляю. Дай хоть мне Инстаграм-то прорекламить. Подпишись, пожалуйста. Пожалуйста. Вот мы все тебя просим. Именно тебя. Пожалуйста. Ты подписался? Спасибо. Да ладно. Питер, почему в холодильнике столько молока? О, хорошо, что напомнила. Слушайте все, часть молока в холодильнике не молоко. Это сперма коня. Теперь я коневод. Тут у нас бардачок такой. Нахуя тебе столько салфеток? А хули я Таурега купил, слезы вытирать буду. Школа одолжила вашему сыну инструмент стоимостью $430. Ой, что это за милая прелесть пузатая, маленькая? Добро пожаловать, насекомые. А что вы играете? Симфонический, постапокалиптический, оленебойный, антихристианский, экстремальный, языческий, финно-скандинавский метал. Понял? Кого, блядь? Хотя вы на стриме поздороваетесь. Сколько вам лет? Откуда узнали о канале? Мне 6 лет. Класс! Большая. Прям... Прям захотелось вставить. Во! Это шиншиллы, да? Они, кстати, не воняют, по-моему. И не кусаются. Как быстро достать 1000 рублей? Они, по-моему, только ночью клетку шатают. Но это я могу ошибаться. Они, по-моему, ночные пиздюки. Я себе когда хорька взял... Короче, хотел шиншиллу взять. А потом мне как сказали, что они ночью шатают клетку. Кусаются? В смысле кусаются? Нахер они тогда нужны-то? I was lightning before the thunder. Редуктору переднему тоже он прям воет, прям вот, блядь, как волк минус 35, у которого писька до конца не заходит, понял? Он... блядь! Хера, не понял, но очень интересно. Ля, Енчик! Енчик, живи! Родной! Это енот! Дедушкин! Енчик пополз! Ведет на поверха! Все жалобы будут устранены! Жалобы будут устранены! Прикольный Антон! Антон, зачем ты утопил кота в раковине? Такой прикол! Вредные привычки? Не имею. Не пью, не курю, матом не ругаюсь, наркотики не употребляю. За честь и отвагу! За моего отца! Жалкий глупец! Папа не сразу помнит.
смысле? Ваши соседи люди. Мои соседи рыбы. Они живут подо мной и все равно умудряются меня затапливать. Въеби им, давай. Что ты делаешь вообще? Ты работаешь, я не пойму. Ты на выходных или нет? Или я имею... Бля, что испугался? Это стена нахуй! Трос был? Знаешь, где я буду сейчас? Ну? Я в школе был. Что ты делаешь? Козёл, блядь, учись! Вот, школу надо знать, как гаситься в школе. И забивать. Чтоб все мне нормально учились. Дядь Лёша весь 10-11 класс прогулял. К чёртовой матери. Не появлялся. Однако закончил школу без троек. Понял, нет? Без троек. Надо знать, как гаситься. Понял, нет? Чтоб каждый мне... У кого тройка в аттестате, сразу попущен. Одна, ладно. Две максимум. У меня 12 троек. Так прикольно сидим. У меня скоро день рождения, подашь мне айфон? До свидания. А все. Куда ты нас всех посылаешь? Нахуй? Куда посылаешь? Осуждаю. Пацаны, такой же сидит. Ты сейчас сама пойдешь нахуй, блядь. Куда ты посылаешь, блядь? Это случаем не... Машину подсказать? Могу подсказать машину. Есть марка одна хорошая. Вот такая. Пойдем, говорит, посы, моя, говорю, посал. И
ко мне пристал, а черт говорит, не беда, пойдем посрем тогда. Полегче. Такая старая тема, но вообще просто вот... Слушай, топ песня, надо себе эту полную скачать. Я очень потенциальная девушка. Кого, блядь? С глубоким потенциалом. Хера, не понял, но очень интересно. Слушай, ну нормально. Темная сторона меня радует, молодцы. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.